Всем привет, девчонки! Я рада видеть вас на своем канале, где я худею с большого веса, со 170 килограмм. Худела я на 47, и вот продолжаю худеть дальше. Ой, хочу поговорить с вами, вот, каждый день я стою на весах, на весы, и смотрю, то они меня радуют, то нет. Отчитываюсь я, конечно, раз в неделю, но вот сама ведь я контролирую свой вес. И вот эту неделю у меня, все, подсчеты, калории, вес, все. Но весы меня не радуют, представляете, я не знаю, что происходит. Уже досконально все, уже вроде как все правильно, все делаешь. Белок, жир, это углеводы, белки, жиры, углеводы, все вроде как все. Не знаю, что происходит. Не знаю. Ну ничего, я думаю, все будет нормально. И взвешиваться дойду я хоть до какого-нибудь минуса. Хоть 100 грамм, но будет минус. Так что смотрите мои тарелочки. Всем приятных просмотров. И до новых видео. Ну, смотрите тарелки. Сегодня на завтрак у меня каша. Сваренные на воде. 200 грамм каши. Ягод по 20 грамм. Ежевика, голубика. Яйцо у меня одно. Огурец 30 грамм. Сыр 30 грамм. Кофе. И вес моей порции 360 грамм. И калорий 348. 350 калорий. Вместе там с кофе. На завтрак я ем 350 калорий. Так что всем приятного аппетита. До обеда. Девочки, это мой завтрак. Здесь у меня холодец. В холодце 200 грамм. Котлета. Сейчас скажу. С красной фасоли. Фасолевая котлетка. И овощи. Калорийность вот этого моего обеда 335 килокалорий. Ну и вес 360 грамм всего обеда. Да, повторюсь, фасолевая котлетка. Обжаривалась она на кокосовом масле. С отрубями. Всем приятного аппетита. Так, девочка, это ужин. Это у меня тушеная капуста с грибами. Еще добавила я, конечно, болгарский перец красный. Ну, и зелени очень много получилось, присыпала. В общем, вес капусты 300 грамм у меня здесь вот на тарелочке. И калорийность 294 килокалории. Сегодняшний мой прием пищи за целый день составляет у меня на 1250 килокалорий. Нормально. Ну и где-то 1000 килограмм, 273 грамма количество еды за сегодняшний день я съела. Воду я не считаю. Это тоже приблизительно, потому что там холодец, там в основном тоже это вода. И чуть-чуть мяса. Ну вот как-то так-то. 1250 килокалорий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. До новых видео. И до новых встреч, девочки.